сыграем на СПК с вами и с Кириллом, с живыми людьми в шахматы. Это будет ахуй, я в этом уверен. Плыли мы по морю, ветер мачтур вал. О, тут уже фигуры есть, капец, как круто. Хи-хи. Так, алло, блядь, чутно? Да, нет. Да. Смотри, давай, так как ты пришел первый, можешь выбрать цвет, на который будешь играть. Ну, так как Кирилл играет на Твиче, пусть ему достается более темный такой, скажем так. Мне белый. О, оспуха. А, еще... Это оспуха? Алло, Андрюша, бля! Да, иди на зрительский зал. Я короче, уже все проспойлерил. Короче, сэр Кирилл пятерка будет подсасывать? Андрей! Да, иди на зрительский. Ну вау, все, смотри, я пока круто. Тебе объясню правила. Андрей, а где буквы-то, где цифры, блядь? Как мне понять-то? Так ты будешь, я тебе сейчас объясню. Смотри, у тебя будет лук и спектральные стрелы. Подожди, Андрей! Подожди. Мне Кирюша говорит набрать его в Дискорд. Ну это сейчас. Все. Сейчас. Давай. Подожди, мне... Какой Дискорд идем? Андрюша, какая версия? Ну чё ты, козлина, обсирал, блядь, PUBG, блядь, а сам играешь, блядь. Я уже не играю и уже удалил. Угу. Эту сказал хуйню, же топовая ёбан. Игра. Полная хуйня, дресня, блядь. Да-да, да куды там, блядь. Mm. Да хуйта. Ты на стриме у меня, все? Да. Вот Fortnite топ. Не-не-не. Fortnite это сам знаешь для кого. Я уже захожу на сервер СПК Лига Контента 3. Заходишь, да? Да-да-да-да-да-да-да. Так. К нам руку. Да, Кирилл, нажми этот самый вверху, зелененькая. Да я уже все принять. Знаю, но я же разбираюсь. Ну. Зелененькая, принять. Да здесь я нажми. Профессионал. То есть вверху там, получается, высвечивается. Рядом с кнопкой тихо уйти. Сейчас. Там нет, такая рука. Она вверху. Да короче, я понял, блядь! Да, принять нажмите, пожалуйста. Фу, блядь, у меня нет кнопки принять. Ну, то есть вверху там получается такая плашечка, типа как вот режим. Да я понимаю, она у меня не высвечивается! Срал. А, слетел, ладно, сейчас еще раз приглашу. Пригласить выступающего. Ага. Появилась зелененькая? Все, есть, принять. Алло, да, здравствуйте, вот, хейтеры вот. И подписчики. Да. И дорогие игроки сервера СПК 3 League of Content. Контент, я понимаю. Сэр Кирилл пятерка, так как вы пришли позднее, Андрей уже выбрал цвет, он будет играть за белых, а вы будете играть за черных. Так окей. Что, смотрите, я вам должен объяснить правила, как вы будете ходить. Так. Будут у вас лук и стрелы на спектральный урон. Короче, спектральные стрелы. Как вы ходите? Во-первых, возьмите стрелы и лук, пожалуйста, из креатива. Ну, охуело? Смотрите, объясняю. Как вы будете ходить? Я вам покажу на себе, но вы будете так выбирать фигуру. Смотрите. Я пешка, да? Чтобы меня выбрать и мной походить, вы в меня стреляете спектральной стрелой. Вот стрельните в меня. Так. Все, вы меня выбрали. Теперь стреляйте туда, куда хотите, чтобы я пошел. Все, я пошел. Так будут ходить фигуры. Ну, так, собственно, и... Подожди, а ты смог поднять эту стрелу? Ты смог ее поднять? Нет. Ага, ну тогда все отлично. Из креатива не может подбираться. Все отлично. Вот, смотрите, это что по поводу ходьбы. Ага. Дальше, ивенты. Мы сыграем две игры. Одна целая, да, так. Без ивентов. Классические. Так. И другие ивенты. Что такое ивенты? Вот будет кнопочка, идите сюда. Так. У вас там у всех есть Трилбил. Ивенты. Да, Трилбил. Вы нажимаете на кнопку, нажмите кто-то один раз. Один раз нажал. Вот, вам выдался ивент. Какой мой ивент? Забив в хабе. Называется. Забив в хабе. Что такое забив в хабе? Мне вернуть объясню? Обратно ее? Я ее возвращаю. Да. Верните. Угу. Забив в хабе. Что это такое? Выбираете любую фигуру, да, и Андрей выбирает любую фигуру. И они пиздятся до смерти. Ага. И кто выигрывает, тот, собственно, и ходит. Фигура умирает. Ничего поняли? Себе. Ну примерно ивенты... понял, да. Да. То есть, ивенты подожди, когда они с друг другом схлёстываются, тогда не побеждает тот, который походил, да? А побеждает тот, кто побеждает. Да. Ничего да, себе, интересно, круто. То есть, если вы только что ходили, и ваша фигура выиграла, то вы пиздите. Любая фигура может попешиться, только королева может попешиться один раз. Всё, итак, все. Я сейчас вас объявлю, ну как шоу, типа. Еще и шоу не началось, это все закончилось. Мы давай выйдем, круто. Подожди, у меня пост нету. Нет, да я все знаю, я знаю. Я хочу как Джон Сина выйти. Леди и джентльмены, майнкрафтеры и майнкрафтерши, девочки и мальчики, я всех приветствую на первых в мире живых шахматах. Сегодня будет очень жестокая битва, не на жизнь, а на смерть.
Да. Давайте познакомимся с нашими игроками. В правом углу у нас великий, непревзойденный, любитель гачи-ремиксов и пожиратель еды Андрей Остермайн. Да. Пожалуйста, выходите. Да, камера поставлена. Сразится он против гения своего времени, отца русской демократии, а также гения рэпа и создателя кринжа, пятерка Кирилл Баранов! Сейчас. Алиса, пауза. Так. А вам не кажется, что поле какое-то пустоватое, да? Не хватает фигур. Давайте поприветствуем команду пятерки. Пожалуйста, черные фигуры, выходим. Белые, стойте. Стив, выходим. А можно посмотреть, подлететь там? Да, сейчас я вам расскажу, кто какая фигура. Ну это я черные шарю. Черные все вышли? Да. Нет, а у меня нет пешки. Пешка, иди сюда. Да, нет, сейчас я вам объясню. Из-за неких проблем... Я пешка. Вот, по краям пешек не будет. Ага. Не, вы будете играть. Команда белых, пожалуйста, выходите. Выходите, команда белых. О, сюда. Капут. Все по центре. Не понял, у меня нету две пешки, у Остера одной нету пешки. А, не, так, вот. Так, а почему вот это Алекс? Алекс, встань. Встань. Дарк Пио, встань. Так. Вот так выглядит пешка. Белая броня или черная, и меч. Так выглядит пешка. Вы знаете так. Все, как они ходят, да? Да. Со старта на два клетки, так с одной. Ага. Так выглядит, идите сюда. Так выглядит ладья. Ладья. Башня. Ага. Вот. Так выглядит конь, ну это понятно, конь. Угу. Дальше. Так выглядит, как этот, слон. С топорами с двумя. Возьми топоры. С двумя топорами в руках. Так слон выглядит. По диагонали, по-моему. Да, слон по диагонали. Так выглядит ферзь или королева, как вам удобно. Вот, самая имбовая фигура. Дальше, вот так выглядит король со скипетром и с... А как ферзь ходит, напомните? Он везде, ну, как солнце. Да. Понял, правильно. Вот, и король, ну, тоже, он ходит куда угодно, но только на одну клеточку. Вот, в принципе, аналогично. Если что, вы можете подлетать, летать как хотите, если вдруг что-то произойдет. И вы должны решить на камень, ножницы, бумага, кто первый походит. То есть вы в чат напишите камень, ножницы, бумага. Не, а зачем? Ну, белые ходят первыми же всегда. У нас это правило отсутствует. И еще у нас нету рокировок, потому что, возможно, такие проблемы будут. Ладно, вот. Хорошо. Давайте, на камень, ножницы, бумага. А как делать, я уже не помню. Да уже, ну, значит, ну, не надо. Вот и не надо, чтобы упростить. Ага, вот, первая классическая, потом будет с ивентами. Все, Андрюша, меня учили пенсионерам уступать, поэтому ходи первый. Ладно, ну, Андрей Остер ходит белый, возвращайтесь туда. А меня учил. Подожди, играть. А у меня танец, мои танец подготовили, жесткий, ну устрашающий. А, да? Да. А. Ну давай. Так, готовы? Сейчас, подождите, сейчас я вам скажу, когда. Сейчас. Ну вы поняли, на дропе, быканите на дропе. Только с мест не убегайте, пожалуйста. Вот эти пешки, как бы они вообще отсутствуют, или как бы их как будто бы нет, а по РП они есть? То есть как? Их, они как будто бы есть, но их как будто... Представьте, что тут стенка, просто из-за заминки... Инрок. Андрей Остер, пожалуйста, ваш ход. Так, давай, Андрюша. Значит, я хуярю вот этого господина вот сюда, можно оформить? Все, пожалуйста, Кирилл Баранов, ваш ход. Сейчас, секунду. Вот этот господин. Сейчас. Вот сюда. Покажи ему жопу ему покажи. Хорош. Андрюша, что ты? Нет, нельзя через фигуры ходить. Через фигуры нельзя. Андрюша. Как, блядь? А как, его нельзя сожрать? Пешки едят только наискосок. Наискосок. Да, всё, я понял. Так, ладно. Не стреляйте очень много в пешки, а то вы можете случайно их убить один раз и... Так. Поехал. Вот это, вот сюда.
Блять! А, не, нормально, нормально, нормально. Ага. Какая напряженная борьба. Ужас. Вот сюда. Так. Сейчас, блядь. Я не знаю, как играть-то, блядь? Он может ходить буквой Г, он может перепрыгивать пешки. А ну, вот эти челики, это кто? Это король, это ладья. Ой, нет, слон. Это слон. Время истекает. Так. Угу. Страшила, но ты все, походу. Двигай. Да не ты, сука, не ты. Подождите, сейчас Никс падет и заново. Так. Ну, блядь, челик же чувствует, в кого я стреляю. Ага. Так, вот сюда вот, в попочку ему попер. Капец. Капец. О, да, нет, первая кровь. Так, нормально, нормально, это тактика, это тактика. Кирюша, ходи. Сейчас, вот этот, вот сюда. Так. Блять, как стрелять? Угу. Можешь в упор подлететь. Что? Поехал. Так, в алмазном это кто? Король или королева? Это королева, ферзь. Угу. Так. Поехал. Ой-ой-ой, какая ошибка со стороны белого. Да? А, я думал с моей стороны. Я боюсь затупить, чтоб меня не обсирали. Ничего себе, ничего себе. Так. Андрюша, давай, проебывай дальше. Так. Блять, ну короче, вперед на одну клеточку, ёбни. Я в тебя два раза случайно попал. Угу. Угу. Давай, блядь. Назад. Сюда, бля. Так. Так, конь правый поехал. Вот, сука. Козел. Сюда. Что случилось? А что? У меня король пошел алмазы копать. У меня короля сейчас криперы взорвут. На него 3 крипера напало. Давай, звезда, быстрее. Блять, ну вы забудете, где вы стояли, не дрыгайтесь. Давай, так. Давай, возвращайся, держи блоки. Так. Я походил этим самым конем на Е6. Угу, угу, угу. Так, сейчас. Сейчас. А, ну да. Ну да, а чё раньше-то я ждал? Действительно, а чё я ждал? Ты прав. Наверное, да. Там стенка. А, подожди, так там реально стенка или что? Да, там просто да, стенка. Да. То есть как бы... Тебе надо ее вывести налево, по идее. Я тоже. Я нихуя не понял. Сейчас я покажу. Это блядь, лодик, сука. Технические шоколадки такие. Но тут типа как будто барьер, его надо обходить. Да, или... да. Я вам сейчас построю, чтобы вы понимали. Угу. Вот. Просто людей чуть-чуть не хватило, как бы там. Или там все время. Нет, барьер. Этот барьер навсегда. И он ладья. Его надо как-то, чтобы его ладья огибала, короче. Это лишний ход. Да. Точно да, лишний ход. Да. Угу. У нас шахматы немного не классические. Ну чё ты, король, ты вообще стоять на месте всю жизнь должен. Чё ты мне машешь? Еби. Ой-ой-ой, какой же умный ход. Так. Хорош! Да мне кажется, коня было лишнее, да? Зачем? Не надо, блядь. Не надо, не еби его. У нас битвы насмерть. Въеби его жестко прям. Добей его, у нас битвы на смерть. Добей, Алеша, б кровища была, его. Еще прыгни на него этих, с канатов. С канатов прыгни на него, блядь. Так. Ага. А нельзя, ты чё? В смысле нельзя, блядь? Пешка назад не ходит. Ходить. Как не ходит, блядь? Назад пешка не только ходит. Только вперед. А пешка назад бить умеет? По-моему, тоже нет. Да, есть может, есть может, ходить не может. Назад бить, да, я тебя понял. Так. Давай, лошня. Блядь. Ну, уже старый, видно, что уже все.
А звезда орёт то, что пешка не умеет бить назад. Но от этого сейчас будет как бы развитие. У нас умеет. А, все, все, тогда у меня нет вопроса. Андрюша, я не знаю, что мне делать. Тик-так. Вы можете выбрать пешку, она, ну, фигуру, она сама может походить, если вы не можете подумать. Так. Это автопилот называется? Автобой? Да, да. Есть такой ивент «Один в поле воин». Когда он выпадает, так, фигура может сама походить. Ничего себе. Ой-ой-ой, шах. Кажется... Ты чё, козёл, блядь? Первый шах. Один вперед, извини, просто один вперед. Угу. Хуя, док. У белого какой-то намечается план, капкан. Так может бить, да, назад? Да, можно, сможет. Ну тогда сейчас посмотрим, что будет. Я пока вот так вот сделаю. Ля, пешка сожрала твоего слона, ты лох. Нормально, нормально. Ага, давай. Поехал. Ой-ой-ой. Ща, подожди, я не понимаю, что он собирается делать. Забей, забей. Угу. Так, так, так. О-о-о. Нормально, 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 нормально. Блять, у меня пешка анонимус. Все. Чтобы зачем? А, ну ладно, ну да, ты прав, ты прав. Так, ты так, прав. Так, пешки не умеют разговаривать. А короли умеют. Ну ладно. Подожди, подожди, подожди. А... У нас рокировок нет, какие свопнемся? Сосать, блять. Ну ты поняла, да. Угу. Придется двигать, да. Если он не хочет потерять. А, ну нормально. А, ну да, я не могу. Так. Да. Звезда, ты мне хуйню посоветовал. Пиздец. Так. Это СПК-3, это СПК-3 сервер, который... Скиньте видео, алло, что лучше скидывать? Вот игроки, видео или сразу этот текст? Видео, видео, думаю, видео. Так. Но сказать, что в описании вся нужная информация. Да, сейчас. Заходите на СПК и делайте такие же крутые ивенты. Ну, таких не было еще. А как тебе удалось заставить миллиард игроков вот это вот стоять шахматами быть? Ну, каждому написал в Дискорде. Это, во-первых. Ну и как-то так организовал. Капец. Как-то так вышло. А у вас это без нас может пройти? Или это вот именно... Так это и прошло бы без вас. Мы тут стояли минут 20, ждали вас. Ну ладно, не 20 минут. А не, я могу, смотри, я вот вызываю Остермайна и говорю, типа, я кидаю 10 аров, и он кидает 10 аров. И вот кто из нас победит, тот забирает 20 аров, допустим. Или вам комиссия и забирает 15 аров. Все зависит от игроков, ну, от вас лично. Вы можете сделать все, что угодно. Так чё, Андрюша, я хожу? Да. Чё, Андрюша, чё? Ты, только ты без чата играй, блин, они тебе там подсказывают коллективный разум. Да мне не чат, мне этот, да я так и хотел. Ну вообще не так, но сейчас. Ну да. Нет, подожди. Летаешь. Так, да короче, конь, я не буду попадать, чтобы случайно по коню не попасть. Ага. Кормил чуть коня, чтобы он не умер. А разве на коня реген действует? Интересный факт. Не знаю, кстати. Сейчас, сек. А ну-ка. Ну да, кстати, вот так вот надо. Один вперед. Смотри. Угу, ты так решил. Я чуть-чуть не так планировал, чтоб ты сделал. Я знаю. Жру. Угу. Хорош. Поехал.
как же нагревается обстановочка? Угрожай. А он не может, ты не можешь так ходить. Ты можешь только прямо может. Ходить. Схуя слон, блядь! Слон это по слон, диагонали ходит. Ходит. А, это слон? Угу. Да. Это слон? Да. Да. Но хобота нету, да, кстати, я тоже согласен, где хобот. Ну, он такой. Это типа берсерк. Андрюша, ну ты чё? Забирай. Андрюша, ну ты чё? Не убегай, куда ты убегаешь? Умирай достойно. Кек. Так. Ага. Все хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ждите. Угу. Сейчас. Блин, я не знаю, рисковать стоит или нет. Я не умею вот это вот предугадывать на несколько шагов вперед, но у меня есть идейка. И я боюсь предугадать, не предугадать. Если я сейчас вот этого захаваю, вроде мне ничего не угрожает. Конь! Вот сюда. Кажется, белый так и не планирует выигрывать. Так. Схуяли, блядь. У меня план капкан, блядь. Ну, я вижу. Ой-ой-ой-ой, какой жесткий мув. Ой-ой-ой-ой. Дурак. Ой, дурак, блядь. Ой, дурак. Пиздец. Нахер я это высрал, блядь. Нахер я вот так вот меня. Происходит. Одна ошибка, и ты ошибся. И уже... Ой. Чё? Ну, чё ты хочешь? Да не подсказывайте! Алло! Лодик, бля, ему подсказывают. Где? Я слышу, там, блядь, наушники хуярит что-то. Так. Ща. И звезда, я тебя замучу, козёл, блядь. Козёл, блядь. Это тебе, блядь, не Евротрак, блядь. Я тебя замучу, сука. Жалко будет. Я не понимаю, зачем ты мне это говоришь сделать. Чего я этим добьюсь? Почему твои, блядь, пешки ходят? Я не понимаю, блядь, где они стоят. Не пешки, а вот эти. Ну да, выпускать, я понял, чтобы выпустить. Те, кто на поле, уйдите, пожалуйста, с поля. Не фигура, а кто не игрок. Так, блядь. Так, блядь. Что ты сделал? Бля, я не попадаю в челика. Ага. Черного преимущества на две фигуры. Охуел, блядь? Так и ты что, хочешь, чтобы я сейчас уже выпустил... Ну да, я понял. Прям к тебе, да, звезда? Да это нечестно, Кирюша. Играй сам. Если... Хорош. Вот это мув. Топовый мув. Что за говно сыпется с неба? Поехал. Угу. Одного моего слона уже захавали, да? Ну так, знаешь, подзахавали. Подзахавали слегонца. Так, если она подойдет сюда... Да, короче, ладья. А, ну все. По-моему, так надо. Все, я... Ну, все произошло. Угу. Он сейчас будет ладью выпускать свою. Я играю, блядь, против трех людей, блядь, пиздец. Кирюша, не читай чат, блядь. Я не читаю. У тебя белый король бесполезный. Подожди, стой, я... Сейчас, да подожди ты. Звезда, ты видишь, что справа от тебя происходит? То, что я затупок. И то, что мне повезло, что он тоже затупок. Не, это план капкан, забей. Моя задача сделать так, как будто ты, чтобы ты подумал, что я попался в твою ловушку. Короче, надо двигать просто ладью на два вперед, мне кажется. Угу. Да, тут 100%. Тут другого выхода просто нету. Сейчас, подожди.
Либо вот сюда. Ага, тогда сожрет. Если вот так, то сожрет. Да. Ладья. На два вперед. Фу, нормально, ладно. Прикольно то, что вот это сделали спектральными стрелами. Блять! Серьезно, блять! Пиздец! Пиздец полный. Я... Теперь минус перевес ладья. Силу белых. Полный гагатун. Пиздец. Одна ошибка, и ты ошибся. Ходи. Так, 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 черный король, пожалуйста, не уходите. Свои клеточки. Я ж, блядь, ходы просчитываю, эта сука ходит. Я не умею ходы просчитывать. Я что вижу, то вижу, а иногда не вижу то, что... Блядь, пиздец. Как что пешку. Вижу? Пешку можно было не заметить. Это просто пиздец отдал ладью. В подарок чисто. Полный пиздец. Мега плох. Мега насрал даже, я бы сказал. Устро мега насрал. Угу. Нет, подожди, подожди, бля, я случайно отпустил, ничего не трогай. Блять, как Майнкрафт играть, сука? Что ты? Ой, блядь, ну ты попонял, короче, наискосок пойди. И ебашь челика. Пожалуйста. Да я так и хотел, ну что ты мне... Что происходит с твоими ебаными, блядь, фигурами? Черный игрок сейчас будет дисквалифицирован. Если это продолжится. Блядь, он просто всех хуярит, блядь. Ты походил или что? Да, 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 да. Шах. Ой-ой. Подожди, это пешка? Вот это вот. Вот это пешка, да? Где? Да, это пешка. Mm-hmm. Меч возьмите в руки пешки. Сейчас, подожди. Какие-то челы хуярятся, тут просто вздыхают. Так, так, ну. Андрюша, давай. Шах. Козёл ты, Андрюша. По количеству шахов белый явно выигрывает. Шах. Он меня сейчас зажмёт, блядь! Ой-ой-ой. Подожди, стой, стой, а может быть... Подожди, может назад просто вернуться? Сейчас, сек. Что он сделает? Что он сделает, если я вернусь назад? Сейчас, сек. Он опять сюда станет, опять будет шах. И я опять просто... Не-не-не-не-не, сюда не вариант. Если я сейчас сделаю вперед шажок, он просто подвинется. Я назад сделаю шажок. Это будет практически бесконечно. Сейчас. Или. Ладно. Вот это что за хуйня у меня? Вот это кто? А, кстати, блядь, что за прикол? Блядь, а что за прикол? Мы долго так вот это вот наблюдаем? Да, вы двумя фигурами играете. Не, подожди, а вот, ну, то состояние, которое сейчас. Мы его долго наблюдаем? Да. Пиздец! Уже минуты три, наверное. Реально? Скажи мне. Да я, оказывается, шах уже там, я не знаю, ну хода три реально. Тебе. Какой, где шах? Ну посмотри напрямую от своего чела. А, блядь. Ой, блядь. Ну мы гении, мы круто играем, смы. Поехал. Так у тебя же шаг был, чё ты? Всё, ну всё, блядь. Так а чё, сейчас будет размен этими ферзями, оба. Я сожру его ферзя, он сожрёт моего ферзя. Давайте, вам надо кончить катку. Сейчас, подожди, что будет, если я сжираю ферзя? Не, ну вообще, кстати, можно, наверное, попробовать пожертвовать. Сейчас. Чё, сжирать? Блядь, сейчас. Да не советуйся, Кирюша, мы, блядь, с тобой играем. Ладно, жру ферзя, жру ферзя.
добавь. Как же белые хотят жить. Все. Найс. Угу. Блять, ну не тот, другой, блять. Жри ферзя, короче. Эмоции хуярит. Ну все, и мне пизда тут, походу. Давай, делай. Ой-ой-ой-ой-ой. Их было четверо. Забрал, все, нормально, забрал себе. Хорош. Что? Вот это кто? Это король твой или кто? Да, у него корона почему золотая! Король на свою... Почему ты... Съеби, блядь, с коня. Убейте короля, ой, этого, коня. Он забрал себе трофей. Ну, двигай в бок. Подожди, не. Да зачем вперед? В бок двигай. В бок двигай. Сейчас. Иди. Вот у этих пацанов самая охуенная тема. Они просто ничего не делают. С самого начала игры. Давайте дадим вам таймер по минуте на ход, а то вы так до бесконечности будете. Мы наоборот нагнетаем, это профессиональный стриминг. Да. Ну, ладно. Он назад, нет. Он назад побьет. Он назад побьет моего слона. Сейчас, стой. Да, он назад побьет моего слона, это не вариант. Знаешь, что сделай? Конь, вот ты, короче. Вот. Сейчас, подожди, сейчас, сек. Чтобы понятно было. Вот сюда, да. Угу. Вот сюда вот. Да кто рыгает, блядь? Блядь, я уже весь большой палец съел, сука. Я тоже, кстати. Блядь. Так. Вперед, короче, хуярь. Кто? У тебя два вперед походило. А. Выводить. Ну да. Угу. Ну да. Мне кажется, ёбаный, что вам кто-то подсказывает. Не, это неправда. Fallout это фейк. Играю. Да, ну ладно. Что, кого ты выделил? Что это? Это ладья твоя или ладья, что? Да, вперед. Ну, в бок пошла, чтоб вперед сейчас. Угу. Угу. Я пукнул, извините. Шах. Да. Ну давай его. Да, ну не выходи из клеточек. Просто так. Так. Ничего себе у него шматья! Давай, если убьешь последнюю пешку, то ты выиграл. Потому что уже так нет смысла. А, да? Не, я хочу прямо, чтобы... Ну, а что, конём? Я хочу, чтобы звезда отпиздил вот того чела. Ну, ладно. Ты что сделал, звезда? Звезда, ты будешь сейчас дисквалифицирован, если будешь так. О, это знамя, это знаменосец. Не-не-не-не. Да, блядь, звезда, ты заебал, я тебя забаню, пиздел, блядь. Убери нахуй. Подожди, а если я короля проебаю, я больше ходить не могу, да? Да, ну все, да, ты умрешь. Да, проигрыш. Похуй. Там я смотрел сериал «Ход королевы», мне вообще похуй. Ход конём. Шах. Такую забери. Чё ты делаешь? Алё, стань на место к себе. Да, звезда. Не, нормально, это вот этому я говорил, стань на место. А, звезде я сказал, ты забери. Ты должен выделять звезду должен. Ну я ему сказал, забери, это очевидный ход был. Он понял меня. Ну ладно. А, шах. Ну все, не, это уже, блядь, это уже пиздец. Блядь, у меня один король остался, сука, ты всех моих сожрал, блядь. Что-то мне это напоминает одну такую. Шах. Скриншот. А, шах. Блять, а куда идти-то, блять, Саня? Блять. Видимо, сюда. Зачем? Ты чё? А, блядь. Да это хуета, блядь, она ходит из стороны в сторону.
Да мне нет смысла. Мне нет смысла туда уже идти. Давай до конца бейся. Шах. Да это просто, блядь, этот самый. Я туда-сюда хожу просто и пиздец. Ну ладно, ты можешь официально сдаться. Да, если... там этот, знаешь, не, не, как... Давай, ходи. Сейчас, я не понимаю, куда. Блядь, а что сейчас делать? Отдать его? Ну, конем походи. Подожди, ну да-да-да-да-да. Давай, конь, жми. Блядь, говорить не подсказывай, нахуй сам сидит подсказывает, блядь. Этого не было, вырежете. Шах. Притом лучше бей. Да убей его уже! Какая слабая команда. Пиздец, блядь. Сейчас. Ты сможешь еще отыграться. Одним королем? Да не, в следующей игре. Шах. Поехал. На одну клеточку вперед. Меня убьет слон. Слон убьет. Где? Не хочет хуярить туда. Влево тогда иди вот туда. Зажимай его. Шах. Поехал. Ты шо? А все, мне, по-моему, некуда уже идти. Это напоминает какое-то видео там, есть, тоже есть. Окружили. Ну, блядь, назад, видимо, я не знаю. Чего вы ржете, блядь? Ну ты можешь думать хотя бы, там не просто... Тебя конь уебет, если туда походишь. Хуяли, блядь, гуси прилетели. Конь вот сюда пойдет. Да. Вот сюда конь может сходить, блядь. И конь может сходить вот сюда, но никак не сюда. Ну ходи тогда. Давай, еби. Ну короче, ты вот сюда подвинься. Чё ты ржёшь, блядь? Ну ты, короче, вот сюда вот подвинься. Он тебя сейчас нажмёт. Давай сюда. Тебя слон тогда убил. Только назад, блядь. Можешь. Назад можешь походить. Ну всё, вырубай, заканчивай. Он давай же убиться хочет. Все, сливай его, давай. Все, нормально. Андрюша, итак, прекрасный матч. Первый. Разрешите вам руку вашу пожать через экран. Да нихуя, блядь. Пошел ты к черту, блядь. Первая игра уходит за Кириллом Барановым пятеркой. Я против нескольких человек играю, блядь. Нахера подсматриваю? Так, по центре, там дальше будет... Сейчас, следующая партия будет с ивентами. Сейчас, а ну-ка. Ивенты, я не знаю, можно ли спойлерить себе... Свап, ничего, толпа фанатов, забив в хабе, жертвоприношение, там с какими-то приколами будут уже, вот, ну, нормально, там звезда мне, конечно, ну, так сказать, подсказывал чуть-чуть, ну, я не обращал внимания, конечно, на его мувы. Так. Итак, второй тур, уже не просто классическая игра, а ивенты. Что такое ивенты? Вы после каждого хода нажимаете на кнопочку, и вам выпадает листочек. Вот тут, вот сзади. А, после каждого? Ничего себе. Да, я думал, когда какую-то фигуру сносят там или что-то. Нет, после каждого. Там может выпасть ничего, а может выпасть какой-то ивент. Может выпасть ивент, который вас жестко засейвит, а может, наоборот, вам всю катку заруинить. Поэтому тут уже... Подожди, я достаю перед ходом или...
После хода. И карточка будет действовать на следующий ход, да? Некоторые да, некоторые на анти. Ладно, окей. То есть сейчас вы ходите просто, а потом кто следующий ходит, берет карточку. Все, начинаем. Игра пошла. Ну, так, а кто? Сидит, я хожу, или кто? Или Кирюша? Да, Кирюша, давай, ты проиграл. Давай, ты ходишь, ты проиграл. Я думаю, не против. Вот это что у меня за хуета здесь? В лодке? Лодки заменены, типа, лодки это конь теперь. Ну, просто. Пиздец. Представьте, что лодки это конь, это... Давай, Андрей, так, ты должен затащить. Сейчас. У меня стоит. Сейчас. Вот. Хорошо, когда стоит. Ага. Так, и что, мне уже нажимать? Да, походили. По одному разу. Все, теперь Андрей Остер нажимает на кнопочку. А я нажимаю? Я тоже проходил. Нет. Вторая жизнь у меня выпала. Вторая жизнь. Смотри, ты можешь выбрать любой фигуре, которой я дам тотем. В том числе и королю? А. Нет, королю нельзя. Ничего себе. Давай вот этому. Все, я ему даю тотем. Ничего себе. Пиздец, охуенный баф. Нажал кнопочку. Мне выпала толпа фанатов. Карточка. Так, рассказываю. В общем, я сейчас ролю, да, и какая на какой полосочке фигуры находятся, они умирают. Все. Мои или его? Все. Ну, то есть, если попадет на фигуру как этого, вот, если выпадет на первую, да, где король стоит, то все умирают, кроме короля. Сейчас я рулю. Да. Надеюсь, у Андрея Сётр Майна это происходит. Первая 7, то есть вот здесь, вторая. А, две линии будет? 8. Короче, как вот эта линия... Почему нет, две? Нет. Не две, одна линия. Так. А ты говоришь, первая 7, блядь. Ага. Короче, на вот этой... Нет, на вот этой вот линии все умирают. Но тут никого нет. Кайф, блядь, топовый ивент. Охуенно. На какой линии? Нет. Где? Да уже все, никто не умирает. На пустой линии, Андрюша, всё, ходи. Вот, на вот этой линии. Все, ходи дальше. Ладно. Так. Давай, придумывай сразу статистику. Конь вот туда поехал, правый мой. Проснись. Так. Нажимай. Забей. Забей, что чел. Это забей. Флэш в банке. Что такое? Флэш в банке. Что такое флэш в банке? Я сейчас любую фигуру, которую ты выберешь, кроме короля и ферзя, могу закрыть в банку на два хода. Своего, Андрюш, своего надо. Да, своего. Моего? Да. А, реально его только? Да. А я так думал, он любого подзащит... может выиграть. Нет. Своего, только своего. А, и типа его не смогут бить, да? Да, его не смогут бить, но он ходить не сможет. Прикол. Давай. Прикол. Все, ты на три хода будешь... Да какие три, блядь? Только два было. Что за херня, блядь? Я не понимаю. Это банка? Это банка? Да, это флеш-банки. Каменный сосуд, блядь. Следующий ход. Кнопку нажимай. Я? Так, смотри, я походил пешкой, иду, нажимаю кнопку. Да. Мне выпало один в поле воин. Один в поле воин. Ну, когда вот ты будешь ходить еще раз, ты можешь выбрать фигуру, но фигура сама должна выбрать, куда ей походить. Все, понял. Вот. Понял. Давай, Андрей, ходи, ну, нажимай на кнопку. Нажимай теперь на кнопку. Сейчас. Свап. Свап, смотри. Ты прямо сейчас можешь поменять любую фигуру местами. То есть, допустим, поменять пешку с королем. Ну, любую фигуру местами поменять, понял? Свои или даже с чужими? Свои, нет, свои, только свои. Угу. Так, значит, вот этот и вот этот. Меняйтесь. Нихуя себе. Меняйся. Нихуя себе. Да в угол становись, сука! Блять, у меня какие-то странные медлительные, блять, фигуры.
Вот ты вот это кушай. Так, иду брать карточку. Нет. Да. Так, мне выпала карточка, называется флэш в банке тоже. Все, любую фигуру я могу закрыть в банку. Давай попробуем его, да, чтоб меня не прострелили. Вот, вот этого вот чувака. Окей. Угу. Банка немного видоизменилась, это, ну, угу. Флэш в банке, в общем. Так. Пиздец, тебе не кажется, что лодик, блядь, на ходу придумывает? Да, 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 это 100%. А, вот этот флешбанк и уже все. В смысле? Ты говорил, он на три хода. Прошел один ход. Три хода уже прошло. Один ход прошел. Все, три хода прошло. Похуй плюс похуй, ладно. Плюс нахуй. Ладно. Ну-ну-ну-ну. Все, это все технические шоколадки, это... Да это нормальная тема. Смотри, ничего себе, сел обратно, ничего себе. Нажимайте на кнопку, кто ходит там. Андрюш, ты походил, нажимай. Я походил, да, сейчас. Да, нажимай. Just Dance. Just Dance. Все твои фигуры, и, ну и противоположные, начинают танцевать до следующего хода. Танцуйте. Как? Ладно. Просто танцую? Просто танцуйте, нейтральный ивент. Ладно, хорошо. Блять, засейвил, чисто засейвил, забей. Так, сейчас, сек. Так. Все, как только Кирилл выберет фигуру, вы перестаете дэнсить. Угу, 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 угу. Сейчас. Что? А что выпало все, тебе, все, Кирюша? Кончай, мне кончай. Еще ничего не выпало. Я подвинул фигуру, они перестают дэнсить, и я беру... Just Dance называется. Танцуйте! Все, пока Андрей не выберет фигуру, вы будете танцевать. А как, что мне надо выбрать? Какую фигуру? Что? А, типа, надо уже ходить мне, да? Ну да, ходи, ходи, ходи. А как фигу... ходить, если он хуярит из стороны в сторону, блядь? Ну попади как-нибудь. Живые шахматы — это нечестная игра. Давай, ты попал или нет? Все, кончайте, кончайте, кончайте. Все, все, все. Так, нормально, нормально? Дарпиво, я тебя сейчас забаню, все, не нормально? Уходи. Ой-ой-ой, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Инверсия мне выпала. Инверсия — это пешки могут ходить только назад, вперед не могут ходить. Навсегда или на сколько? Нет, нет, на два хода, ну то есть... Короче, на один ход он может ходить только назад. Угу. Мне вот это вот, пожалуйста. Вот это, чтобы вот сюда. Вот это, чтобы вот сюда. Вот этот клоун, вот сюда вот. Какой? Как? Убивай, убивай. Почему там два человека в лодке было? Так везде во всех лодках по два человека. Все, короче, когда-нибудь прибежишь, да? Все, беги, беги. Пускай убегает с позором. А моя пешка? Пешка, возвращайся. Все, пешка, верни. Пусть тоже убегает. А, я теперь этот, открываю. Мне выпал листочек, пошел нахуй. Все, пусть твоя пешка убегает, она ей досталась. Да, нажимайте, нажимайте на кнопочку. Андрюша, ты, у тебя что там будет? Что, я уже хожу или что? А, не, у меня листок. Забив в хабе называется мой листок. Забив в хабе. Выбираете любую фигуру. Ну, каждый выбирайте бойца своего, и они будут воевать. А где пешка-то твоя? Так вот, вот она. Она сожрала. Да, вот да, это, да, да, да. Ага. Все, выбирайте любую пешку, которую хотите, чтобы она ПВП-шилась за вас. Так. Выбирайте. Они потом на свои места вернутся или что? Я выбираю. Кто вот умрет, эту. Кто умрет, тот умрет. А кто вернется? А кто это выживет, кто? Это кто? Это будет моя пешка, которая пиздит твою. Где? А где? Только пешку пешка, можно пешка. Выбрать? Только пешку нет, выбрать? Любую да. фигуру, я сказал любую фигуру. Я хочу выбрать... подожди, подожди. Ладья, есть какое-то оружие, да? Да, ладья. Да, топор. Ладья! Вот ты, короче, у тебя щит и оружие есть, да? Правильно? Да. Ну, да, ты нормально ПВПшиться умеешь? Все, тогда давай, ты выходишь. Вот идите пешка. Сюда, две пешки сюда. Ой, ну, две фигуры, в общем, идите сюда ко мне. Я здесь, вот сбоку. Угу. Все, начинайте бой на счет три. Раз, два, три, бой! Откуда у него алмазный меч, блядь? Чё за хуйня?
Чё за хуйня, блядь? О, хорош, забери себе и не отдавай ему никогда. Что, блядь? Как ты отсосал за блядь? Ты чё, охуел, блядь? Йо, бро, ты где? Я тебя подпишу, бро. Где мой бро? Все, ходите, ходите. Вы черные выиграли, ходите. Ходите, ходите. Так. Боже, какой ты пупыч. Как ты умер с алмазным мечом? Что, я хожу? Так. Нет, кто выиграл? Черные выходят. Кирилл. Так. Не, это он, я уверен, что он сейчас на ходу придумал. Вот это 100% он придумал на ходу. Что, забив хами? Не, то, что ходит тот, кто сейчас выиграл. Это... Блядь, да конечно. Не, это мой, правда. Мой ход, блядь. Google, да какая правда, блядь, логик? Кто выиграл? Кто выиграл? Какую? Я тебя забаню нахуй там, блядь, в реальной жизни, блядь. Кто выиграл, забив хами, тот и ходит. Ой, подожди, на один, ты не можешь на два ходить, на один вперед. Вот сюда, вот, вот сюда. Все, давай. А что это за фигура, я извиняюсь? А, я еще раз тяну, получается, билет? Это пешка. Я тяну да, еще да, раз билет. Она в бок ходить не может, Кирилл. Так она вперед походила! Короче, вот. У меня выпала инверсия. Что такое инверсия? Инверсия, вы можете, вот, сейчас походит Андрей, и следующий ход вы можете ходить пешкой только назад. То есть вперед они не могут ходить. Следующий ну, один ход. Угу. Да, следующий. Так, Валера, давай, настало Андрей. Твое время. Ага, ага. Чё за хуйня? О, какой имбовый ход. Как я это проследил? Сосать. Капец, звезда, чё ты мне не сказал ничего? Жа, блядь. Звезда, въеби ему в ответ. Андрей, нажми кнопку, кнопку нажми. А, Андрей, тяни, да. Звезда, потом ему въебёшь. Я чё-то проследил. Ничего. О, ну а, ничего. Так. Все. Инверсия, все, у меня... только назад. Нет, нет, вот сейчас. Звезда, въеби его, пропал. Звезда. Ты проиграл. Ты проиграл, у тебя король пропал. Все, Кирюша. Звезда, въеби его, звезда. Все, до свидания, все. Я за звезду, я за звезду. Сейчас. Так что это не мои звезда, проблемы. Звезда, блядь! Если да ваш король не вернется король. В течение все, минуты, нет. То вы проиграете. Да. Че, я буду за короля! 13, алло, ну, алло, давайте. Ты будешь, короче, я, все, я буду ты... королем, я буду королем. Все, 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 нормально, 2, нормально. 1, динозавриха, динозавриха, въебай вот эту ладью, которая вот тут вот. Въебай, въебай, жестко. Въеби. Где ладья? А где ладья? Да не там ладья стояла, блядь. Вот тут стояла ладья, блядь. Так ее нет здесь, где она, блядь, где моя ладья? Убежала! Забанить нахуй. Лаврик, вот забанить. Вот он бежит, он бежит, он бежит, он бежит. Вот все, попускай, попускай, попускай. Все, другие пешки, не ходите по другим местам. Так вот она, ладья, вот он, радар. Куда ты вот тут стоял? Блядь, да встань нормально, пиздец, блядь. Все, пожалуйста, король, сюда встань. Ну, у меня король теперь без золотой шапки. Это нормально, это стелс, это стелс. Так, я тяну билетик или что? Да, да, тяните, мат. Пожалуйста. Так, сейчас. Мат. А, жертвоприношение. Мне вы вот должны выбрать любую фигуру, которая умрет. Король Андрея Остера. Нет, хуел? Свою. Свою. А что взамен-то? Ничего, просто жертвоприношение. Боги разгневались, их нужно задобрить жертвой. А, да? Да. Свою ну вот этого выберите, вот этого умрет. Бивня, вот этого бивня. Куда? Убейте его, пожалуйста. Ничего себе, свои. Блядь, что там за замес, нахуй? Там просто толпа, блядь, дурачков, нахуй, стоит, блядь. Я не понимаю, нахуй, блядь. Все, дальше продолжаем. Андрей. Все, блядь, я хожу? Да. Так, я ем вот эту фигуру. Чё за хуйня? Хуйня какая-то полная, блядь. А как играть? Я выиграл, Кирюша, все. Не, ну ладно, ты прав, ты выиграл. Итак, Андрей Остер выигрывает со счетом 2-1. В смысле? Сюда! В смысле 2-1? За эту игру 2 очка ты получаешь. Когда ты это только что выдумал, блядь? Ты это придумал только что? Общий итог 1-1, ничья получается. Ладно, общий итог ничья. Победила дружба. Да, с Андреем Осетермайном. Андрей, да. ты победил. Что за хуйня, я слышу что-то еще. Ничья, победила дружба, поздравляю. Да. Спасибо. Всем спасибо, ну, подождите, я хочу сказать спасибо месье Руху, который всем фигурам даст ары за то, что они поучаствовали. Это просто... Осуждаю, это такую хуйню. Всем спасибо, что пришли.
Спасибо Андрею и Пятерке за то, что вы пришли и поучаствовали, реально. Покупайте проходки на СПК, чтобы создавать такой контент, чтобы был больше онлайн, реально, чтобы флексить. Да, тут. Да, да, ссылку кидаю. Всем спасибо. Все, кто хочет на этот сервер, ссылку закинул в чат. Лодик, и тебе тоже хотелось бы сказать спасибо. Да, большое спасибо, потому что такого не было еще. Это реально очень круто, ты организовал. Это смешно, это прикольно. Да, и еще вот эти ивенты там... Свой с модом, надно будет еще провести свой с модом. Да. А в чем будет разница? В чем разница? Я смогу сказать, типа король обматери слона, да? Да, да, да. Или, допустим, вы жертвоприношение у вас выпало, и такой, нет, не надо, не меня, пожалуйста. А, все, окей. Все, хорошо, хорошо. Спасибо вам, приходите еще на стрим. А я придумал еще один режим, а можно? Нет, два режима придумал. Давай. Первый режим, это, ну, когда стычка происходит, то они реально пиздятся. Вот, но регена чтобы не было, и чтобы они не ели. Вот, они реально пиздятся, и кто побеждает, тот побеждает в пиздиче. О, ну слушай, вот. Отлично. Это первое. А второе, это перед тем, как съесть фигуру, моя фигура, допустим, должна зачитать рэп. На версию себе, да? Ну да-да-да. Да, это круто. Типа, эй, чувак, ты на коне, сейчас окажешься в говне. И только потом убивает. Вот так вот. Нормально. Ну, чтобы рэп шашки. Да. Там, где они стенку на стенку дерутся, это мы назовем ивент анкап, да? Ага, да, 100%. А вот то, что с рэпом, это оксимирон. Да. Ну, не, я вообще, типа, весь матч по таким правилам вот провести. А, ну да. И если ты не сможешь вывести за базар, то все. Да. Должен ответить, и зрители такие, типа, или вот так. Блять, а если сюда вкрутить еще конкурс подкатов? Опа! Типа, если бьешь королеву динозавриху, но нормально подкатил, то вы просто вдвоем уходите с ней. Или, допустим, тот, кто подкатывал, тот как бы сдыхает, если хуево подкатил, а ферзь остается. Нормально. Так, ну все, это вам, сэр, спасибо. Спасибо вам, сэр. Спасибо вам, что пришли. До свидания. Все, до свидания, до свидания. Сервер подготовил ивент, это топище, это разъеб. Ловите ссылку, если хотите зайти на этот сервер, посмотрите сначала видео, без видео не заходите. Вот, а то не посмотрите, вас потом забанят и все. Вот, и будете жаловаться. Так, ну прикольно было, я бы еще раз пришел, но мне так кажется стыдно как-то, что столько игроков просто стоят на квадратах и ждут, пока я что-то скажу. Какой-то что-то Ирон. Время начинать план скам. Заскамила мама. Очень трудно войти в портал. Пока что ломаю кристалл. Время начинать план скам. Заскамила мама. Кажется, у меня план созрел и просто нулевый.